Подобные заседания проходят дважды в год. В повестке дня самые важные вопросы. В зале собираются представители курских предприятий, которые экспортируют свой товар за пределы Российской Федерации. Наши предприятия-экспортеры сотрудничают более чем с 70 странами. Это страны дальнего, ближнего зарубежья. И наши такие мероприятия помогают развивать внешнеэкономическую деятельность, искать новых партнеров, новые компании, новое оборудование, которое необходимо для ведения хозяйственной деятельности наших участников-экспортеров. Таможенная служба обратила внимание компаний, что с января 2019 года изменятся правила оформления электронных деклараций. Вся документация будет направляться в специализированный центр электронного декларирования в Москве. Со временем по всей стране их будет 16, а с 2020 года планируется вести диспетчеризацию документов. Чтобы уйти от коррупционной составляющей, декларация будет подана, но декларант не будет знать, какой центр электронного декларирования, какая электронная таможня будет его, как бы будет эту декларацию проверять и оформлять и выпускать. То есть это будет или Калининград, или Дальний Восток.